этом месте. Наш карнавал входит в силу. Сейчас будет его кульминация. Новая версия пьесы «Мем» Ярослава Судиловского. К нам сейчас присоединится Петр Гайдуков, голос. Перед тем, как мы, собственно, исполним эту пьесу, несколько слов все-таки хотела сказать. Значит, слово «мем», конечно, всем знакомо в связи с интернетом. Но само понятие появилось гораздо раньше, и означает оно небольшую какую-то единицу информации, значимую для культуры. Например, какой-то символ. Собственно говоря, любой мем в интернете – это в какой-то смысле символ, и часто с перевернутыми смыслами, и тут мы, конечно, передаем все дружно привет карнавалу, потому что карнавал – это маски, это перевернутые смыслы, собственно, веселье. И не только веселье, иногда за маской скрывается, собственно, грусть. Удивительно, что Ярослав Сергеевич, он вообще человек аналоговый достаточно. Он мало пользуется интернетом, но вот эта пьеса его удивительно совпала с тем, что мы видим в соцсетях, когда мы открываем ленту, да, новостную. И там одновременно может быть видео про котиков, какой-то, я не знаю, дневник какой-то девушки, которая решила вдруг проплакаться, или парни, который тоже вдруг решил проплакаться. Тут же какая-то сторис про то, что завтра, мол, ансамбль концерт в Мальтийской капелле. Тут же, не знаю, какие-то новостные сводки. И, в общем-то, такие микрочасти, из которых состоит мем Ярослава Сергеевича, он очень отвечает нашей безумной интернет-эпохе. Чтобы вы немножко ориентировались, я назову название частей. Он называет их главами. Глава первая – «Петрушка иностранец». Глава вторая – «Непослушные гномы». Глава третья – «Письмо». Глава четыре – «Пюсюсь и Хэкка» – «Внимательные женщины». Глава пятая – «Красота и кайф». Глава шестая – «Веселая собачка». Глава семь – «Южики». Ёжики «Куга-куга». Тут надо сказать, что эти ёжики поют, судя по всему, гимн одному из языческих божеств марийского эпоса. Ну, в интернет-эпоху может быть все что угодно. И глава 9 – «Грустные воздушные шары». Итак, Петр Гайдуков, голос, петербургский молодой ансамбль, Ярослав Судиловский, мем. Thank you.
Oh, my God.